Москва прошла впечатляющий путь повышения ресурсной, энергетической и экологической эффективности. Это признано всеми на международном уровне, это видимо по характеристикам этих систем, когда ежегодно раскрываем свою отчетность по выбросу парниковых газов. О необходимости дальнейшей экологизации энергетики и строительного комплекса города Москвы, выступление председателя комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты города Москвы, эксперта аналитического центра при правительстве Российской Федерации, заведующего лабораторией энергосбережения Национального исследовательского университета Московский энергетический институт Евгений Геннадьевич Гашин. Большое спасибо, уважаемый Антон Олегович, Сергей Николаевич, многоуважаемые члены коллеги, глубоуважаемые гости, дамы и господа. Москва по праву становится экологическим лидером не только регионального, но и отраслевого характера. Если ТЦГРЭС в России в целом является отстающими отраслями по эффективности, по наилучшим доступным технологиям, то наоборот, ТЭК Москвы показывает пример энергетической и экологической эффективности одновременно. Если раньше на форумах приезжающие светила, благодаря приезжающие многочисленные гости, благодаря успешной и эффективной работе департамента Сергея Евгеньевича, читали нам нравоучения по возобновляемым источникам энергии. И так, когда мы говорим, что за счет экономии только ТЭЦ Москвы, за счет экономии этого газа можно обеспечить энергию 6-7 Стокгольм, Осло, Копенгаген и Любляну, ну, длинными по месяцу, соответственно, эти нравоучения приезжают в другие города. И, конечно, мы понимаем, что на этом нельзя останавливаться, но мы видим следующий блок резервов. Увязка схем газоснабжения, водоснабжения, увязка схем, соответственно, топливоснабжения, пилотные проекты по регенерации, установки конденсационных котлов на ТЭЦ, РТС, тепловые насосы разной мощности и так далее. И, конечно, мы понимаем, что энергетическая и экологическая эффективность энергетики – это не только источник. По источникам мы понимаем, частота видна, в первую очередь, за счет блестящей работы подразделения Владимира Захарова, который здесь говорил. Но энергетика – это и потребители. Здесь мы свидетели реализации за последние три года масштабного проекта мониторинга и специализации потребления ресурсов практически всем жилым фондам и бюджетной сферы города. Это вторая составляющая смарт-системы, первая, что мониторинг дает нам понимание ситуации того, что творится в общественном пространстве города. Да, то, а суппорт – система учета потребления ресурсов в домах у жителей дает нам полную картину потребления ресурсов городскими жителями, бюджетной сферы и прочее. 53 тысячи счетчиков автоматизированы, система полностью собирает все данные, из них половина собирается уже в автоматическом режиме, 20 тысяч счетчиков стоит на бюджетной сфере. И, конечно, эти данные, например, реальная основа приходит к смарт-настройкам системы жизнеобеспечения и личный кабинет для жителей, которые реально без своего потребления. Праве сравнить его с потреблением в Хельсинки, в Париже, в других городах и так далее. Но, к сожалению, получив эти данные, мы подтвердили свои опасения, которые вместе с Мосстроэкспертизой, проверившим по 300 новых зданий по теплозащите, показавшей, что, к сожалению, все практически проверенные здания, 300, это новые здания, не дотягивают по теплозащите до нормативных значений. И наши разговоры о зеленом строительстве, о том, что мы можем реализовывать те или иные зеленые проекты, Лиду, Бриму, Бриаму, другим системам международной сертификации, они здесь, скажем, не мыслим без того, чтобы мы не оценили, почему здесь не получилось. Поэтому здесь нужен, конечно же, подробный, четкий проект мониторинга всех этих мероприятий по энергии, по различным мероприятиям мер энергоэффективности, чтобы сформулировать отечественную работающую концепцию зеленого строительства, для, в том числе для апробации в проектах инноваций. Конечно, здесь есть немалые разнообразные резервы дальнейшего роста эффективности, безусловно, они существуют, и мы видим, что здесь вполне можно двинуться дальше в этом направлении. Ну, наконец, о главном энергетическом резерве энергии и стремлениях людей. Мы отталкиваемся от опыта успешного взаимодействия с экологическими, МКО, о чем здесь говорил уже Алексей Валерьевич. И, конечно же, Алексей Ильич, нужно обязательно подумать о расширении экологических грантов, о расширении форматов взаимодействия. И я бы просил в проект решения коллеги вставить пункт о расширении информационных методов взаимодействия, расширении информационных форм взаимодействия через сайт Мосприроды, через другие информационные медийные возможности,
с использованием различных энергии зеленого движения, различных зеленых движений, которые делают город лучше. В частности, идея, о которой сейчас сегодня сказал Антон Олегович, дерево за ребенка, она возникла на встрече нас экологов с мэром Москвы в августе этого года. Эту идею как раз озвучил представитель вот такого рода зеленых НКО. И сформулируя мэр Москвы программу «Мой район» именно запросы жителей, ключевой приоритет сбалансированности трех важных, я бы сказал, важнейших компонентов городского самочувствия. Реновация жилого фонда, сохранение ОПТ и утилизация отходов. Вот три таких, ну, кроме лежбища автомобилей, Михаил Ильич, здесь вот три фактора, в которых мы будем заниматься в дальнейшем, в следующем составе общественной палаты. Мы по праву гордимся модернизированной энергетикой, спасибо. Мы гордимся стремительно меняющейся транспортной системой. Мы также хотим гордиться чистой, зеленой и благоустроенной Москвой, без автолежбища. И комиссия по экологии и энергетике уходящего состава общественной палаты сформулировала комплекс экологических приоритетов с механизмом мерами их решения. И передает эту работу следующему составу общественной палаты. Мы надеемся, что в дальнейшем взаимодействии с правоохранной структурой, коммунального комплекса, правоохранительных органов, общественности и СМИ, мы таким же образом будем обеспечивать реальное взаимодействие с департаментом трудопользования и со всеми заинтересованными субъектами и в особенности с общественностью для дальнейшего неуклонного повышения экологической эффективности города. Благодарю вас.